Всем здравствуйте! Хочу предложить куриную грудку, отваренную в молочке. Получается как бы буженинка, сочная, отличная. На завтрак с хлебушком подходит очень прекрасно. Так, для этого понадобится нам куриная грудка, приправа для курицы, куркума и паприка. Сейчас мы разделаем куриную грудку на филе, помоем и просушим. Вот обсушили. Получилось два филе вот таких. Я обсушила салфеточками. С обоих сторон протерла. Все. Теперь они уже сухие у нас, хорошенькие. Вот два кусочка филе получилось. Теперь будем обсыпать приправами. Так, вот приправу насыпали. Теперь будем все натирать с обоих сторон. Так, вот все мы натерли с обоих сторон ее. Вот сейчас покажу. Все, она натерта с обоих сторон. Теперь пусть маринуется. Сейчас закрою крышечкой вот так вот. И при комнатной температуре пусть стоит ровно час. И дальше будет. Так, вот налили молоко. Сейчас нужно его довести до кипения, чтобы оно закипело. Значит, у меня грудинка была 600 грамм, и молоко я наливаю 600 миллилитров. Так, вот все. Смотрите, молоко закипело у меня. Видите, молоко закипело. Теперь я ложу грудку. Сначала одну, потом вторую. Вот сейчас. Так, тихонечко. Вот я ее положу. Сейчас надо, чтобы минуту она прокипела. Минуточку больше не надо. Так, вот. Все. Так, вот, смотри. Минуточка. Тетя, минуточку иди. Так, смотрим, чтобы минуту было достаточно. Так, смотрим, вот она кипит. Видите? Сейчас чуть-чуть, и потом закроем обратно крышечкой и в махровые полотенца. И пусть стоит 2 часа. В общем, до полного остывания, вот так могу сказать. До полного остывания. Вот она кипит сейчас. Достаточно минуточки. Ну все, и потом посмотрим, какая красота будет, какая вкусняшка, сочная. Все. Вот так замотала я в полотенце в махровое, и пусть стоит так примерно 2 часа, в общем, до полного остывания. Вот, прошло 2 часа, я достала один кусочек. Сейчас я его промокну и потом разрежу, покажу. Вот я промокнула, сейчас я буду резать. Сейчас покажу. Вон какие кусочки, так чтобы получше было видно, наверное, вот так. Вот какие кусочки, видите? Можно потоньше даже. Вот. Вот такие кусочки. Сейчас я вот так положу, чтобы вам видно хорошо было. Вот. Сочненькие, хорошенькие. Вот. Вот, посмотрите, пожалуйста. Сейчас поближе покажу. Вот какие кусочки. Сочные, хорошенькие. Так что вот такая вкусняшка. Вот такая вкусняшечка у нас. Вот так. Все, приятного аппетита всем.